Функциональная симметрия культуры – это разделение функций между двумя подсистемами культуры. Как это будет нам необходимо, мы узнаем чуть позже. Элитарная культура, как антипод массовой культуры, это особенная, утонченная, сложная, высококачественная культурная продукция. Производителем и потребителем элитарной культуры является ограниченная часть общества. Это элита. И для нее же эта культура и предназначена. Как видите, определение массовой культуры я не дала вам. По одной простой причине. Еще раз повторюсь, точного определения массовой культуры сегодня единого для всех не существует. Есть разные варианты, есть разные определения. Мы же с вами постараемся понять, что такое массовая культура именно с точки зрения культурологии. Так, вот. Куда ушло? Все, вернулось. Значит, так, чуть-чуть. Можно убрать сверху вот эту часть? Феномен, который сегодня для нас с вами является естественным, возник в конце XIX века. Так случилось, что когда с ним впервые столкнулись исследователи, этот феномен их напугал. Это было вполне закономерно, потому что массовая культура конца XIX века очень сильно отличалась от того, что сегодня мы с вами называем массовой культурой. Даже название, даже сам термин появляется гораздо позднее. Тот вариант определений, который мы с вами сегодня перед вами видим, абсолютно негативен. То есть мы говорим о том, например, Бердяев говорит о том, что человек, входящий в массовую культуру, он не развивается духовно. Кто-то говорит о том, что он остается инфантильным, кто-то говорит о том, что массовая культура – это некое образование, обманывающее человека, и человек потом поймет, что же такого страшного в этой массовой культуре происходит. Как мы видим с вами из определений, хороших, положительных определений на тот момент практически не существует. Что же так пугало людей, которые впервые столкнулись с феноменом массовой культуры? Пугало ее низкое качество. В чем проблема вот такого невероятного негативного отношения к данному феномену исследователей? Если мы с вами посмотрим XIX век, конец XIX века, что у нас с вами происходит на культурном пространстве? Существует традиционное, совершенно понятное для любого исследователя, для любого человека второй половины XIX века соотношение культур. Есть некая элитарная культура, культура, которая создается, как мы с вами видели, элитой и для элиты. Есть городская культура, да, есть культура мещанская, и есть огромный такой сегмент культуры, который называется народной культурой. И это соотношение понятно, это соотношение естественно. Для любого, кто живет в конце XIX века, это отношение закономерно. Большая часть влияния берет на себя элитарная культура. Она создает новации, она создает системные новации, которые способны изменить культуру и общество в целом. В этом ее главная задача, в этом ее главное предназначение. Элитарная культура – культура созидательная, культура, способная изменить общество и саму культуру как таковую. Народная культура – огромный сегмент, огромный сектор народной культуры – культура транслирующая. Все, что создает элитарная культура, на уровне основной части общества достаточно сложно усвоить. Для этого необходима культура, которая будет упрощать, которая будет придавать форму понятную для всех слоев общества. Ведь общество – это не только элита. Это разные совершенно сегменты, разные слои общества. И народная культура этим и занималась. Она упрощала. Она придавала необходимые формы, и она транслировала в массы. Народ, вернее, скажем так, массы тогда еще не было. Это и есть функциональная асимметрия, разделение функций между разными составляющими культуры. Есть культура созидательная, есть культура транслирующая. И так вырабатывалось на протяжении многих-многих веков. Что же происходит в конце XIX века, что вдруг у нас с вами культурное пространство начинает меняться? Происходят серьезные изменения. Сейчас, секундочку, попытаюсь. Прежде всего меняется демографическая ситуация. Да? У нас происходит резкое увеличение численности населения. Начинается рост промышленности. Это объективная необходимость. А где брать
людей, которые будут работать на фабриках и заводах. Ресурсы города исчерпаемы. Большинство населения города уже чем-то занято. И в этот момент случается казус, а может быть и не казус, может быть закономерность. Люди, которые не находят себя в сельской местности, люди, у которых там не все получается, вдруг снимаются с места и переселяются в город. Вот сходной ситуацией мы с вами сегодня столкнулись. Мы называем этих людей гастарбайтерами. Но кто поедет в город? Поедет ли в город тот, у кого все хорошо? Поедет ли в город тот, у кого дома все в порядке, у кого хорошее крепкое хозяйство, у кого все хорошо с экономической точки зрения, с точки зрения доходов, с точки зрения бытоустройства? Поедет ли этот человек в город, бросив все? Вероятно, нет. Снимались и уезжали те, у кого было не все благополучно. Те, кто готов был оставить дом и перебраться на другую территорию, на другую культурную территорию. Эти люди, сформировавшись в рамках народной культуры, оставляли все там, отрывались от своей культуры и перемещались в город. Но, переместившись в город, они оказывались как бы вне культурного пространства, потому что, оторвавшись от своей территории, от своей культуры, они фактически не могли принять то, что им было не совсем понятно, потому что городская культура отличалась от культуры, которая существовала в сельской местности. И эти люди нуждались в той культуре, которая удовлетворила бы их потребности. А такова ситуация, спрос всегда рождает предложение. Это специфика культурного пространства, социокультурного пространства. Культура всегда отвечает на потребность общества. Только это один из факторов, который провоцирует культурные изменения. Если общество меняется, если его структура начинает корректироваться, культура всегда даст этой новой форме, этой новой структуре то, что ей необходимо. Даст ту культуру, которой она будет нуждаться. Вне культуры никто существовать не может. Процесс урбанизации, рост городов. То есть город готов, население города росло, росло и росло, вот то, о чем мы с вами сейчас говорили. Оно увеличилось за счет приезжих в том числе. Но вот эти приезжие, как бы мы ни относились к этим людям, но давайте посмотрим правде в глаза. Была ли это хорошо образованная часть населения? Были ли эти люди с высокими культурными потребностями, с высокими культурными запросами? Какова должна быть культура, которая была бы этим людям необходима? Готовы ли они были читать Гегеля, например, или слушать Бетховена? Увы и ах, люди, которые приезжали, к сожалению, по объективным причинам, не нуждались в высокой культуре, не нуждались в сложной культуре, не нуждались в качественной культуре. И в момент своего формирования массовая культура соответствовала тем, для кого она создавалась. Поэтому все те великие, которых мы с вами сейчас рассматривали, да, все их определения массовой культуры, они были абсолютно справедливы. Эта культура пугала людей, принадлежащих к элитарной культуре. Кризис религии, да, как культурообразующей форме. Маленький экскурс в культурологию. В культуре есть 4 базовые формы, и 3 из них являются культурообразующими. Это мифология, это религия, это наука, и форма, которая никогда не формировала культуру. Это искусство. Что значит культурообразующая форма? Это значит, в истории человечества существовало 3 этапа, где каждая из этих 3 форм, мифология, религия или наука, определяла культурное развитие. Так было в первобытной культуре в древнем мире, где господствовала мифология. Искусство обслуживало мифологию или развивалось по законам, по соответствии с требованиями мифологии. Так было в средние века, в эпоху религиозной культуры, когда наука развивалась в соответствии с требованиями религии. Кто определял каноны в искусстве? Церковь. Откуда шла система ценностей? Конечно же, она шла из церковных кругов, слоев. Что же происходит к концу XIX века? Если мы с вами вспомним историю, если мы с вами вспомним, что происходило в научной среде, то мы увидим, что уже с эпохи итальянского возрождения позиции религии как культурообразующей формы значительно подтачивались. Религиозная картина мира уже в XVII веке была заменена на первую научную картину мира.
Открытие Дарвина в XIX веке серьезно подорвали позиции религии. Моральный кризис, который переживало общество XIX века, европейское общество и российское общество XIX века, поиск идентификации себя, попытка понять, есть ли Бог или нет Бога, это ситуация кризисная. Если уходит культурообразующая форма, это не значит, что религии не будет, она будет. Но так влиять на общество и так влиять на развитие культуры, как это происходило до конца XIX века, эта форма уже не сможет. Если мы с вами посмотрим на развитие культуры и человечества в Европе, то мы увидим с вами, что именно религия формировала моральную систему ценностей. И вот религия переживает кризис, серьезный кризис. Этот кризис не мог не сказаться на моральных устоях. Моральные устои напрямую связаны с качеством культуры. Это тоже повлияло на то, что культура новая, формирующаяся, была весьма специфической. Вот эта молодая массовая культура не вызывала ни особых надежд, не вызывала ни особой радости, ни особой гордости у тех умных мужей, которые рассматривали эту культуру под микроскопом первые 50 лет в истории 20 века. Но так было не всегда, совсем не всегда, по одной простой причине. Масса, о которой говорили исследователи в первые десятилетия 20 века, которая пугала их, которая вызывала массу нареканий, начала меняться. Начала меняться весьма серьезно, поскольку поменялась ситуация. Масса стала более образована. Система образования скорректировала общий уровень. Масса стала более культурно требовательна. Масса стала более активна, в лучшем смысле этого слова. И, естественно, раз поменялась масса, поменялось и то, что для нее было создано. Поменялась массовая культура. Но ситуация не изменилась с определением, поскольку часть исследователей так и пытались по-прежнему определить массовую культуру как нечто негативное, часть из них пытались определить массовую культуру с политических позиций. И эта ситуация привела к тому, что сегодня четко сказать, что же такое массовая культура, мы до сих пор не можем. Попытаемся посмотреть на эту ситуацию с точки зрения культурологии. Значит, любой из критериев не может быть единственным. Мы говорим, признаки массовой культуры – это массовое производство и потребление культурного продукта. Может ли этот признак быть единственным? Может ли тираж определять, является ли произведение, можем ли мы отнести произведение к массовой культуре, или не можем мы отнести это произведение к массовой культуре? Вспомним ситуацию 70-х годов 20 века. Знаменитое итальянское кино. Величайшие режиссеры. Феллини, Антониони, Пазолини. Абсолютно популярны. Люди, которые определяли сознание огромного количества европейцев и жителей Советского Союза, как ни парадоксально. Билеты на фильмы этих режиссеров было не купить, но при этом отнести их к массовой культуре совершенно невозможно. Эти произведения являются элитарными произведениями. То есть тираж, как единственный критерий, действовать не будет, потому что не всегда, во многом это можно связать с модой. Отчасти это можно определить ситуацией в обществе, тем, насколько высоки культурные потребности потребителя, да, то есть нас с вами. В кризисные моменты с высоким уровнем образования общество будет требовать более качественный продукт. Так случилось, что гениальное итальянское кино совпало по времени с попыткой самоосмысления европейцев, в том числе и жителей Советского Союза вместе с ними. Да. И в этой ситуации тираж возрос, билеты покупались, фильмы смотрели. На качество, на
то отнесем мы это к элитарной или массовой культуре, это никак не сказалось. Конечно, это элитарное произведение. Сложное и смысловое многоуровневое содержание культурного продукта. Говорят, элитарную культуру понять трудно, массовую культуру понять легко. Это так? Совсем не так. Массовая культура сегодня может быть очень простой, как романы там, Марининой и Дашковой, и может быть очень сложной. Есть замечательное, любимое нами всеми произведение Толкина, да? «Властелин колец». Это элитарное произведение, да ничего подобного. Но если мы с вами будем читать хороший перевод Толкина, мы увидим, что к этому переводу прилагается не менее толстое количество пояснений. Сложный смысловой уровень Толкина отрицать невозможно. Мало того, что там очень серьезный христианский подтекст, там еще и значительная часть отсылок к различным мифологическим системам, к этическим системам. Это очень сложное, во многом философское произведение, которое просто так игнорировать невозможно. Можно читать Толкина, не зная его контекста. Но тогда мы лишим себя огромной части содержания этой книжки. Можно ли сказать, что сегодня литература, которую мы относим к массовой, вся абсолютно бессодержательна? Нет. Есть великие произведения, которые будут также сложны и интересны, но при этом не будут являться элитарными. Это тот же самый Мураками, например. Достаточно сложные, интересные произведения, но это не элитарная культура. Поэтому оставить только этот критерий мы тоже не можем, или оставить только это определение в качестве базового. Я бы перескочила, давайте скажем так, ориентированность на массового человека. В этой ситуации мы чуть-чуть попозже будем говорить, но просто обращу ваше внимание. Кто такой массовый человек сегодня? Что из себя сегодня представляет массовый человек? Мы поговорим об этом чуть попозже, пока вот просто для себя отметьте ориентированность на массового человека. Цель удовольствия. Вот здесь уже гораздо интереснее. Этот критерий для выделения для определения времени массовой культуры будет иметь очень важную роль. Массовая культура всегда культура для продажи. А что мы с вами будем покупать? Мы будем покупать то, что нам не доставляет удовольствия. Кто из вас пойдет в магазин за книгой, автор которой вам не интересен? Кто из вас будет перечитывать книжку, которая вам не понравилась? Кто из вас пойдет на фильм, который не доставил, и будет его пересматривать на фильм, который не доставил вам удовольствия? Цель массовой культуры – удовольствие. Доставить удовольствие может быть разным – интеллектуальным, эмоциональным, каким угодно. Каждый из нас получает удовольствие от разных моментов, но цель массовой культуры – доставить нам это удовольствие. И тогда мы пойдем и купим тот продукт. Хорошего качества или не очень хорошего качества, все зависит от нас с вами. И это действительно так. В то время как цель элитарной культуры – это наши изменения. Катарсис. Элитарная культура меняет наше «я», меняет нас. Настолько, что иногда мы просто становимся другими людьми. Это не значит, что массовая культура не может это сделать. Может, но это не главная цель в данной ситуации. Мы должны получить удовольствие и купить этот продукт. А вот теперь вернемся к ситуации, о которой я говорила. Да, то есть у нас с вами традиционная, совершенно понятная схема расположения культур, да? Огромная народная по сектору народная культура, потому что народа всегда больше, да? Очень небольшая элитарная культура и иные виды культур, куда включается там, мещанская, та же самая городская и прочие культуры. Но обратите внимание, вот это совершенно непропорциональное, может быть, да, соотношение маленькая элитарная культура и большая народная культура. Как вы думаете, какая культура считалась эталонной? Какая культура считалась наиболее важной? Элитарная. Никто под сомнение не ставил значимость элитарной культуры. Ее признавали и знали о том, насколько она важна.
А теперь посмотрим на ситуацию. Видите разницу? В конце 19 века появился феномен, с которым раньше человечество не сталкивалось. Такого не было. Появилась первая тотальная культура в истории человечества. Тотальная. Элитарная культура сохранилась. Кто-то говорит о том, что она уменьшила свое влияние. Кто-то говорит о том, что она находится в кризисе. Но она существует. Основная часть вот этого нашего с вами круга принадлежит массовой культуре. Она закрыла собой, впитала в себя все остальные виды культур. Сегодня нет человека, который не относился бы к массовой культуре. Когда я защищала диссертацию, сидел очень интересный совет, там были великие, интересные люди, очень серьезные научные исследователи. Вы хотите нам сказать, что мы тоже относимся к массе? Да. Говорим ли мы с вами о академиках? Говорим ли мы с вами о политиках? Говорим ли мы с вами о великих деятелях искусства современности? Все они и мы с вами сегодня являемся частью массы. Так или иначе, в том или ином варианте мы все пользуемся теми продуктами, которые создает массовая культура. Входим в интернет и прикасаемся к массовой культуре. Открываем энциклопедию или Википедию, и мы приобщаемся к массовой культуре. Мы с вами ездим в турпоездки, по крайней мере, я надеюсь, что мы с вами ездим в турпоездки. Мы с вами отдаем детей в школы и садики. Это массовая культура. Хорошо ругать ее за все плохое, но при этом пользоваться всем хорошим, что она нам дает. Мы все на уровне потребления являемся человеком массовым. И от этого уже отрицать невозможно. Первая тотальная культура в истории человечества была создана и сегодня очень активно действует. Сегодня она фактически обслуживает все общество. Можно ли на основании этого говорить о кризисе культуры? Потому что действительно влияние, вернее, скажем так, сегмент элитарной культуры гораздо меньше, чем сегмент культуры массовой. А вот этого бы я не сказала. Хотя действительно многие ученые говорят о том, что культура в кризисе. Посмотрите, как много нового сегодня создается, как много новаций сегодня продуцируется, как часто меняется научная картина мира. Другое дело, что, может быть, мы с вами не знаем сегодня точно эту научную картину мира, как это было в 17 веке, но им было проще. Их наука только начинала путь своего самостоятельного становления как формы культуры. Но, тем не менее, открытия в сфере науки, новации в сфере искусства – это то, с чем мы сталкиваемся постоянно по количеству изменений, новаций на временной промежуток. Человечество не знало такого периода. И не случайно, в общем-то, есть очень интересная работа Капицы с теорией игольного острия. То есть периода, когда количество перемен гораздо больше, чем традиции. Вот мы с вами живем на таком игольном острие. Помните, мы с вами говорили, за что отвечает элитарная культура? Элитарная культура отвечает за производство новаций. Можем ли мы говорить, что культура, которая так активно производит новации, находится в кризисе? Ну, вероятно, не совсем. Не все так просто с этой ситуацией. Может быть, возможно, мы можем говорить о двух вариантах лидерства. О явном лидерстве массовой культуры и о скрытом лидерстве культуры элитарной. И при той активности элитарной культуры, которая сегодня существует, массовая культура не может быть иной, ведь она должна все эти изменения до нас с вами донести. Она должна все эти изменения передать нам, иначе мы не смогли бы существовать адекватно в этом обществе. Массовая культура должна адаптировать нас к тому, что происходит. В разных вариантах совершенно. Посмотрите, как много научных журналов выходит, как много выходит сериалов, которые в упрощенной форме, начиная от совсем маленьких детей до взрослых, солидных мужей, знакомят население с различными изменениями в научном мире. Фантастические, паранаучные, какие угодно, занимательные, развлекательные. Посмотрите, как интересно проходит жизнь в искусстве. Да?
И в этой ситуации действительно массовая культура не может быть иной, слишком много изменений. Если бы она не была активной, она бы не справлялась со своей функцией адаптации. А теперь поговорим о человеке массе, да? Вот та характеристика, которую в конце 19 века, в начале 20-го дает этому человеку Ортега и Гассет. Страшная характеристика на самом деле, очень страшная. Неблагодарен по отношению к благам собственной культуры, человек, не нуждающийся в свободе, человек, готовый отдать свою свободу, отдать кому-то другому, человек, не способный критически мыслить, это часть характеристик, которыми Ортега и Гассет наделяют человека массы. Есть сегодня такие люди? Конечно, есть. Можем ли мы сказать, что сегодня каждый готов самостоятельно принять на себя решение своей судьбы? Не каждый. Многие готовы делегировать ее кому угодно. Многие не понимают того наследия, которое находится у них в руках. Но мы с вами говорили, масса изменилась. Мы с вами часть этой массы. Она не аморфна больше, она очень подвижна. Масса дифференцировалась, как изменилась и вся структура общества. Посмотрите, тысячелетиями общество выстраивалось вертикально. Строгая иерархия, переход из одного слоя в другой мог сказаться как отрицательно, так и положительно на статусе человека, на его благополучии. Постмодернисты говорят о том, что современное общество не вертикально, оно горизонтально. И переход из одного состояния, из одного уровня в другой уже не так кардинально влияет на статус человека. И это означает, что вот это традиционное размывание структуры влияет и на культуру тоже. Сегодня мы увидим, что массовая элитарная культура не настолько оппозиционна, как это было когда-то. Масса поменялась. В массе есть очень образованная часть. Люди с великими, с интересными, с серьезными культурными запросами. Люди с серьезными культурными потребностями. И есть, конечно, сегмент, который вот как в конце 19 века, им ничего не надо, они ничего не хотят, им прекрасно так, как они существуют. Вот эта поляризация массы, есть середина, да, то есть вот люди, которые живут более спокойной жизнью. Но эта поляризация массы привела к тому, что и массовая культура усложнилась, да, она, там есть очень интересные, очень сложные произведения. С другой стороны, поменялась элита. Современная элита уже не настолько требовательна к тому продукту, который она потребляет. Современная элита уже не настолько требовательна к тому продукту, который она производит. И в этой ситуации происходит диффузия, взаимопроникновение массовой и элитарной культуры. Некоторые называют новый продукт таким кросс-культурным образованием. То есть произведения, какие-то явления, феномены, которые несут в себе и элементы элитарной культуры, и элементы массовой культуры. И в этой ситуации человек массы, да, он может быть таким, но он может быть и очень образован, очень требовательным к себе и желающим высокого культурного продукта человеком. Так, сколько у меня там времени-то еще? Хорошо, заканчиваем. Значит, беда ли, да, или счастье наша массовая культура? Массовая культура сегодня нам необходима. Без массовой культуры сегодня общество бы не справилось. Она ровно такова, каково современное общество. Она социализирует человека, потому что ребенок потребляет продукты массовой культуры. Ребенок узнает о правилах, нормах и ценностях из произведений массовой культуры, и иногда очень хороших произведений. Она транслирует новые знания, да, и новые ценности, она транслирует их через те формы, которые создает. Она помогает нам отдыхать. При нашей загруженной тяжелой жизни те виды удовольствия, которые предлагает нам массовая культура, просто необходимы. И, конечно же, мировоззренческая функция, потому что, опять-таки, те продукты, которые создает массовая культура, иногда бывают настолько хорошего качества, что определяют наше мировоззрение. И закончим мы тем, что без вот этих вот сфер активности массовой культуры наша жизнь сегодня с вами была бы невозможна совершенно.
справочники, наш досуг, система идеологии, мифологии, все ежедневно, осознавая это ли или не осознавая. Вопрос, который очень часто задают: массовая культура – это навсегда? Нет. Массовая культура – это не навсегда. Поменяется общество – это неизбежно. И как только общество начнет меняться, как только общество начнет меняться, появятся зачатки новой культуры. Зачатки культуры, которая придет на смену массовой культуре и будет определять жизнь тех, кто будет, может быть, через 50, может быть, через 70, а может быть, через 100 лет жить, может быть, в городе Кургане, а может быть, в Нью-Йорке, не знаю, где-нибудь еще в каком-то другом городе. И эта культура может быть совершенно иной, но тоже будет транслирующей культурой, культурой, адаптирующей человека к обществу, в котором он будет жить. Спасибо за внимание. Я готова выслушать ваши вопросы.